Слава ЗСУ! Эта неделя, наверное, войдет в историю Украины как 7 дней с самой концентрацией событий во всех сферах нашей жизни. Понятно, что главный вопрос это война, мир и смерть российским оккупантам, которые пришли в нашу страну, чтобы нас тут не стало. А у нас тут по этому поводу другое мнение. Было заседание в Рамштайне. Приезжали к нам, кто к нам только не приезжал. Вчера Драги, премьер-министр Италии, канцлер Шольц, Германия и президент Макрон. Сегодня премьер-министр Великобритании. Извините, забыл про нашего дорогого соседа, президента Румынии. Йоханнес, сейчас я посмотрю его фамилию, но вы наверняка ее знаете. Так вот, с чего начать? Давайте-ка начнем не с войны и мира, потому что от этой темы нам точно никуда не уйти. Она все равно остается самой важной, и мы должны все делать все возможное для поддержки нашей армии. Потому что все наши планы, о которых мы сегодня будем говорить, они возможны. Только в случае, если наша армия будет шаг за шагом освобождать территорию Украины. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на 24-й канал подписывайтесь. Мы в ближайший час пройдем вместе, сможем ответить на все интересующие вас вопросы. Так, что самое главное? А самое главное у нас, я вас всех поздравляю. Поговорим о двух принципиальных, символических, но все-таки принципиальных вопросах. Это Украина стала кандидатом в члены Европейского Союза и принятие решения о введении визового режима с Российской Федерацией. Произошло это все в один день, и вполне возможно, что, как ни странно, это просто совпадение. Потому что решение о введении виз принято несколько недель назад. По факту сейчас оно оглашено и будет реализовано. Мое отношение здесь такое, как к символизму. Почему? Потому что я говорил, что мы хотим безопасности, а визовый режим безопасности эту не обеспечивает. Безопасность обеспечивают вооруженные силы Украины. Вопрос в том, что российские оккупанты, которые прилетают на самолетах или приезжают на танках, мотолыгах и другом российском вот этом военном движевом и убивающем имуществе, они визы оформлять не планируют. Вот это вот важный момент. Хотя, с другой стороны, у нас появится новый аргумент для того, чтобы их отстреливать здесь. Незаконное пересечение границы, да. Не получил визу, получил пулю туда, куда надо. Насколько я понимаю, мы сейчас поджимаем их. Поджимаем. Сегодня еще, кстати, в Питере был так называемый Питерский экономический международный форум. Ну как, международный. Из президентов приехал только Токаев. Касым Жамарт. Который сказал, что оккупированный Донбасс, это мы не признаем квазигосударственные образования. То есть вот прям в присутствии всех повозил Путина по столу. Ну а вообще-то, если так вот быть откровенным, то Путин сам не признает оккупированные территории. А то эти падлы на российские, они же такие, знаете, вибрирующие. Как Питерский экономический форум, то мы приглашаем президентов, да? Доехал только один лидер Китая и Египта, прислали видео приветствия. Так вот, к чему я это веду все? Дело в том, что если бы в Донецке и в Луганске были отдельные независимые государства, то эти чучи, которых они привезли во время ожесточенных боев за Донбасс, они бы сидели бы на сцене
а не где-то там среди политической и не только политической массовки, среди охранников в том числе. Понимаете? Это вот важно. Так вот, ладно, про Донбасс мы еще поговорим сегодня. У меня тут другой момент. Конечно же, это вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. Как сказал Эммануэль Макрон, если бы не особый случай, а этот особый случай от российского военного вторжения, то этого не было бы. И тут мы задаемся вопросом. Я что-то не могу понять. У нас что, мстительный маньяк Путин главный евроинтегратор? Он сегодня на этом форуме вспоминал 2014 год, лил слезы по поводу Януковича, государственный переворот. Я это слышал уже 108 раз и хотел сказать, ты падла, падла кровавая. Если это был государственный переворот, это был наш государственный переворот. И не тебе решать, как развиваться и жить в Украине. Это он оправдал таким образом захват Крыма. Ну ничего, недолго осталось, недолго. Потому что вот эти вот рассказы на тему, знаете, что там, повод был какой? А, защита русскоязычных. То сейчас об этом же уже никто не вспоминает. Сейчас эти падлы кремлевские, они говорят о том, что они против однополярного мира. Им нужно место отдельное, я не знаю, в истории, на планете и так далее. И вот меня всегда забавляет, что вот как эти пи-пи-пи нехорошие люди российские, как они говорят, что вот американцы такие подлые. Бомбили Ливию, Сирию, Ирак. И таким образом они оправдывают вторжение в Украину. А я хочу сказать, подождите. Но раз вы считаете, что военная деятельность Альянса и США, в первую очередь, в вышеперечисленных государствах, это плохо, то почему вы свои преступления этим как-то оправдываете? Типа, что вы там лидер этот? Ну, меньше с тем. Тут важно другое. Ну, смотрите. Мы же все прекрасно понимаем, что статус кандидата в члены Европейского Союза нам выдан авансом, чтобы поддержать нас в первую очередь морально, но не только морально, потому что все вообще впервые документально зафиксирована европейская перспектива Украины. Этот процесс вступления, он может занять вообще очень много лет. Все зависит на самом-то деле от нас. Так вот, я читаю... Читаю телеграм-канал главы офиса Ермака. И вот он, как человек, я так понимаю, один из главных кураторов и реформ, проведения реформ или не проведения реформ, по сути, написал важные вещи. Так сказать, свое домашнее задание. Ну, не только его. Это вообще все властные вертикали. Значит, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ну да, она сказала, что мы суперевропейское государство, да, Украина это Запад уже, значит, мы продемонстрировали стойкость своих институтов, которые гарантируют демократию, верховенство права, а также право человека и уважение, защиту национальных меньшинств. Так вот, все вот эта вот лирика, она сразу переходит в план действий. Нет, это не план действий по членству в НАТО, не ПДЧ, а план действий по началу переговоров о вступлении в ЕС. Вот смотрите, и тут целый комплекс задач, которые не касаются вообще вопросов войны и мира. Исключительно наши внутренние реформы, о которых мы так много и долго говорили до 24 февраля. А теперь тут все написано. И вот важно, что именно властная команда это фиксирует. Потому что я об этом, об очень многих пунктах из этого говорил. И даже во время уже полномасштабного вторжения неоднократно высказывал простую мысль, что что бы там ни происходило в части ужасов и страхов на Донбассе, это не повод не назначать специального антикоррупционного прокурора. Так вот, давайте по очереди. Значит, что мы должны сделать? Ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного суду України. У нас з Конституційним судом там некоторі нюанси є, тому що один у нас збіжав глава Конституційного суду, суда, який сказав, що його Зеленський уволив. Ну там процедура така, скажімо так, не супер, але це чоловік, взагалі назначений Януковичем був, тобто Путіним. І чоловік після 2014 року, який прикупив собі домик в Криму. Це от наш глава
Конституционного суда. Тупицкий некто. В бегах где-то. Так вот, мы должны сделать процесс добора судей. Має включати процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Тобто, виконання цих всіх моментів і являється вот реальним шагом, щоб начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. До этого переговоров не будет. Но это только первый пункт. Значит, далее. Завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Тобто, про що мова? Судебная реформа. Судебная реформа. Да-да-да. Так. Подальше посилання боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні, завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурорів САП. А скільки у нас спеціальні антикорупційні прокурори не назначені? 2 роки? Это я просто все к тому, что я очень рад этому решению, и чтобы его получить, я вам хочу сказать, там такая была заруба в этом отношении, и это реально успех украинской властной команды. Да, потому что, ну и Путин тоже подтолкнул, конечно, уложив там десятков тысяч трупов наших граждан, да и своих тоже. Но факт остается фактом. Значит, забезпечення відповідності законодавства про боротьбу за відмиванням грошей стандартам групи з фінансових заходів. То есть борьба с коррупцией – это отдельный пункт. Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України. Тут мова йде в першу чергу не про збройні сили. Как ни странно, в честь нашей прекрасной армии тут у нас все хорошо. Мы уже переходим на европейские и натовские стандарты. И, кстати, по результатам Рамштайна, Рамштайна в кавычках, потому что встреча третья была в Брюсселе, что сказал Йенс Столтенберг? Он сказал о том, что Украина переходит на натовский калибр. Потому что калибра 152 уже в Европе нет. Мы все уже отстреляли за 8 лет. Часть эти падлы, конечно, российские взорвали, не без этого. А вот 155 калибр в избытке. И он у нас не закончится никогда. Так. Значит, має запрацювати антиолігархічний закон. Він у нас ухвалений. Тут з цього приводу є різні думки, але тим не менш. Дехто каже, що це ухвалено в першу чергу для того, щоб взяти під контроль ЗМІ. Ну, повернемося до цього питання після війни. Чому? Тому що зараз у нас єдиний марафон, військовий стан і цензура в тому числі. Да. Військова цензура. І це нормально. Да. Необхідно провести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейськими аудіовізуальними законодавчими нормами. Тут, ну, це, мені здається, найпростіше. Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується згідно з рекомендаціями Венеційської комісії, і розробити механізми її впровадження. Я думаю, коли це буде зроблено в частині національних меншин, во-первых, успокоюються наші сусіди венгри, ну і у російських окупантів буде менше поводів. Хотя им повода не надо, они и так стреляют с удовольствием. Но факт остается фактом, что вот эта вот тема, она вот, когда будет реализована, то с соседями, с россиянами тут поможет только, опять же, 155-й калибр. А со всеми соседями, ну, в частности, с венграми, этот вопрос будет урегулирован. Даже если они уже начнут там что-то говорить, что опять что-то мы там против, еще там что-то, то, ну вот, пожалуйста, закон, соответствующий Венецианской и вывод Венецианской комиссии, и все будет просто офигительно. Так что, цитирую Єрмака, наша задача – зробити все максимально швидко. Працюємо, Україна буде в Європейському Союзі. Как говорится, мы их за язык не тянули. Думаю, что мощнейший удар по
россиянам будет назначение специального антикоррупционного прокурора. А теперь, внимание, вопрос. Что вообще произошло? Сегодня на этом питерском экономическом форуме Путина спрашивали, что же мы будем делать, если Украина вступит в ЕС? И эта мудила престарелая, мстительный маньяк Путин, очень много на эту тему размышлял. Чтобы вы понимали, о вступлении Украины в Европейский Союз он размышлял больше, чем о войне. Да, там рассказывал о том, что Европе не нужна украинская авиапромышленность. И эти падлы сожгли нашу Мрию, наш самолет. Марии не горят, это понятно. Самолеты они уничтожили. И когда дед войны, повелитель бункера, говорит там о Карпатах, якобы лысых, говорит о том, что вот у нас там чего-то не хватает, что-то с промышленностью, что-то с судостроительными заводами. У нас все хорошо. Вот теперь, мне кажется, все мы это осознали. До военного вторжения были сомнения по этому поводу, а теперь стало ясно. Так вот мне, знаете, и забавляет, и бесит, когда эти падлы российские, с одной стороны, тут что-то там рассказывают по поводу нашей экономики, а с другой стороны, уничтожают эти предприятия. Вот там Владимир Путин, да, он вспоминал, в частности, про завод «Моторсич». Так эти же скоты, они же бомбу туда бросили. В смысле, там был ракетный удар. Ну как так? И он рассказывает нам, и себе, и этой российской быдломассе на тему, что вот там что-то... Я не знаю, цитирую, я не знаю, способно ли вступление в ЕС дать импульс Украине. Ну давайте-ка теперь разберемся по-другому. Ну как минимум, ни одно европейское государство не угрожает нам смертью. Никто в нас не стреляет. Никто в нас не стреляет и не бомбит наши города, наши заводы. Да. Поэтому импульс у нас будет в любом случае. Особенно мне нравится, когда этот мстительный маньяк Путин там рассказывает о том, что, ну понятно, во всем виноват Запад, им нужен многополярный мир. Тут я по себе повыписывал. Вообще... Рассказывают о продовольственном кризисе, о голоде. Кстати, панель эту вела Маргарита Симоньян, и она так интересно сказала, что, а может быть, действительно голод заставит Европу снова нас полюбить. Вы слышите, как эти твари вообще даже вопросы ставят? В ответ мы слышим, что мы готовы увеличить практически на 50% экспорт зерна. Вопрос, да? Откуда падлы взяли зерно, чтобы увеличить настолько свою долю на рынке? Украли. Когда вот этот мстительный маньяк там что-то размышляет о перспективах Украины в ЕС, то все у нас будет хорошо. Почему? Потому что мы от них отобьемся. И в это время зерновозами, фурами вывозят зерно в оккупированный Крым, дальше загружают на корабли и везут диктатору Асаду. Потому что это еще такой же мудила, как и Путин, которому терять нечего, и который готов это покупать. Так что вот таким вот образом ведет себя дед войны, повелитель бункера. Так вот, в части размышлений Путина и вступления Украины в Европейский Союз, знаете, что самое важное? Вопрос стоит только в том, в каких границах Украина вступит в Европейский Союз. Я думаю, что все будет у нас хорошо. Я уверен в этом. И дед сам дрогнул. Значит, смотрите. Это скотина. Других слов мы не будем подбирать. Надо называть вещи своими именами. Маргарита Симоньян. Именно она, да. Она там спрашивает. Там все переживают. Скажите, что мы не уйдем. Ну, в смысле, что Россия не уйдет. И вопрос касался даже не Донбасса, а юга Украины. То есть это не было проговорено, но это понятно, о чем идет речь. Что вот люди переживают, они же с нами теперь сотрудничать некоторые начали. А что говорит Путин? Да, там много бреда про Новороссию, про Ленина, там я не знаю. Мне еще нравится, что вот Украина пришла в Россию типа в каком-то там 1500 лохматом году.
и все остальное было приобретено в части территорий. У нас были современные области Черниговская, Киевская и там еще какое-то он назвал, по-моему, Житомирская или Черкасская. А потом все это было приобретено, мол, это нам россияне дали. Хочется сказать, эй, историки херовы, херовы историки, раз вы так глубоко копнули в седину веков, а Московия и Московское царство в 1500 году в каких границах было? Меньше немножко, да? В 100 раз. Так это, слушайте теперь внимательно. Это получается, что да, войны, конфликты, присоединение земель. Так это делали мы в рамках, ну, так сложилось некого единого пространства. Я вам хочу сказать, что Такаев, когда он фактически молчал, я так понимаю, ему просто противно было находиться на одной сцене с Маргаритой Симоньян, муж которой, это Тигран Кеосаян, ну просто такими отборными помоями обливал Казахстан. Но даже он сказал, что вообще-то Советским Союзом всегда руководили украинцы. Так было не только в Советском Союзе. Там он говорил о том, что Украина это была кузница кадров. Ну да. Но вы понимаете, потому что наши вот эти вот псевдоисторики российские, российские маньяки, они же вот таким вот образом здесь вижу, здесь не вижу. Вот так не надо делать. Надо видеть картину целиком. Так что из того, что вот меня особенно позабавило, когда он подошел к пюпитру, то есть к трибуне, и там часовой бредомонолог об экономических успехах Российской Федерации мы слышали, о том, что России нужно больше людей, что правильно российская семья это 2-3 ребенка. Вот теперь внимание, россияне, может кто-то слышит? А что ж ваш дед не рассказал, что 30 тысяч солдат и офицеров убито в Украине? Не? Вот я у себя на канале эту информацию уже обнародовал. И сейчас ее повторю. Вы знаете, какие у них интересные там веяния в Мордоре? Такого, конечно, еще не было. А веяния следующего характера. Значит, где этот файлик? Значит, в связи с гибелью офицеров высшее командование требует найти, скажем так, лидеров в состоянии взять командование на себя в ситуации отсутствия военных, офицерского состава. Значит, вот телеграмма. Во исполнение указаний заместителя министра обороны и начальника главного военного политического управления вооруженных сил России в целях укрепления управления военнослужащими, выполняющими задачи в непосредственном соприкосновении с противником, ну то есть с нами, требую, значит, командующим, ну командирам, назначить военнослужащих в состав боевого актива подразделения, обладающих лидерскими качествами, высоким авторитетом, способных управлять подразделением при отсутствии в подразделении офицеров. То есть боевой актив на случай отсутствия офицеров. А в скобках написано, куда делись офицеры, гибель или ранение. Вот такие вот у нас успехи. Если уж мы уже тут о военном деле заговорили, вы же в курсе, что мы сегодня утопили корабль Черноморского флота «Василий Бех». Это гигантский буксир, который по какому-то непонятному делу шел к украинскому острову Змеиный. И вез туда боеприпасы, топливо, ну и все, что необходимо российским оккупантам. И мы его уничтожили. Что очень важно, впервые было заявлено, что он утонул с помощью ракеты «Гарпун». Да. Что получается? Ленд-лиз работает. А теперь внимание. Если такая ситуация на острове Змеиный, если мы начали обстреливать их судообеспечение нашими противокорабельными ракетами, я боюсь, что вот эта группировка, которая сейчас там развернута, она просто сдохнет с голода.
Но, может быть, чтобы они не мучились, мы их укатаем чем-то нужным и важным. Тем более, хаймарсы могут стрелять оттуда прямой наводкой, прям по острову. Там можно теперь, там, пока там оккупант, там можно сжигать все дотла. Все равно придется строить с нуля. Там никакой инфраструктуры уже фактически не осталось. Ну, такие вот дела. Так что вот, когда мы размышляем на тему войны и мира, так вот, на этом форуме вернусь, в Питерском международном экономическом форуме. Слово «международное» оно такое очень забавное, потому что там кто? Талибы, Такаев и Луганда. То есть оккупационной администрации. И вот у него вот эта вот фраза, я даже ее себе выделил. Фраза такого плана, что «Причем здесь наша специальная военная операция к экономическим проблемам в мире?» Ну, голод, энергетические все эти дела, рост цен и так далее, и так далее. То есть он обвиняет Запад в том, что вот они не ведут неправильную макроэкономическую политику. Но вопрос в другом, что это бункерное создание, оно же трижды говорило, что специальная военная операция здесь ни при чем. Мы не могли поступить иначе. Ну и так далее, и так далее. Оправдывайся, оправдывайся. Но никто тебя не простит. Так, давайте посмотрим, что у нас по вопросам. Рената пишет нам вопросы, а мы на них с вами отвечаем. Значит, не стесняйтесь, задавайте. Сейчас мы все рассмотрим. Так, вопрос от нашего зрителя с ником Босс. Как думаете, мы отвоюем хотя бы на 23 февраля? У меня в этом отношении сомнений нет вообще. Потому что в противном случае Украина просто не закончит войну. И проблемы у российской армии, я понимаю, что это большая страна, там много мяса, человеческого ресурса много. Что они сюда много могут еще отправлять и отправлять долго. Но будем и воевать долго. Что ж остается делать? Потому что согласиться на потерю Херсона, ну, во-первых, оставить там наших людей. А во-вторых, через пару лет они эту территорию половину убьют, половину выгонят. А всех остальных оденут в российскую военную форму, как в Донецке и в Луганске, и погонят на стрелять в нас. Это во-вторых. Нас это не устраивает, потому что мы не можем оставить своих людей там. А в-третьих, без Херсона, что же это за экономика Украины? Как же мы будем жить? За что мы будем жить? Это пока война нас спонсирует. У нас там эти транши просто в бюджет Украины залетают по миллиарду в месяц или больше, не считая оружия. Так, на секундочку. Поэтому пока конъюнктура складывается таким образом, что нас поддержат финансово и оружием, мы должны воевать. Не потому, что Цымбалюк хочет крови, и не понимаю я, что это значит. Жертвы и так далее, и так далее. Это значит, что если мы скажем, как вот хотят россияне, что ну ладно, давайте переговоры, то переговоров не будет. Понимаете? Я не уверен, что мы имеем право переложить эту будущую войну на наших детей. Не уверен. Я так думаю, что большинство из вас тоже с этим тезисом согласятся. Поэтому вот такие вот дела. Так, хочу вам сказать, что в Херсонской и Запорожской области обычно наши самые популярные спикеры и эксперты называют это контратакующими действиями. Не контратакой, а что-то маленькое. Но смысл заключается в следующем. Как ты это ни назови, армия идет за российскими убийцами. Идет каждый день, шаг за шагом. И наш стрим может длиться 30 минут. За это время было убито 6 российских солдат и офицеров. А может быть и больше, это я так, по минимуму.
Нас никто здесь не остановит. Это вот важно понимать. То есть, смотрите, какой интересный момент. Когда Путин рассказывает о том, что вот мы, главный наш союзник, это армия и флот, это он говорит Такаеву, который приехал, наверное, на свою голову думать, нахера я с этими маньяками вообще общаюсь, с ними же стыдно сидеть на одной сцене. Вот, мы тупим их корабли, сбиваем их вертолеты, иногда их самолеты мы сбиваем, а они говорят, он упал сам в Белгородской области, потому что он совершал учебно-тренировочный полет. Ну, конечно, все самолеты с Белгородской области, с аэропортов отправляются боевые самолеты бомбить Украину, и только один, который упал и разбился, выполнял учебно-боевую задачу. Ну, то есть тренировочный полет. Ну, так случайно, опять же, совпадение. Так что наша задача проста. Объяснять российским захватчикам, что у них есть время уйти. И вот этот вот момент, кстати, когда Путин там размышлял про Новороссию сегодня, он же там сказал, что мы не претендуем на Черноморское побережье. Он так, знаешь, скомканно сказать, но он это проговорил. Это значит, это падла моргнула. Это значит, что падла понимает, что сил у них нет. Они не могут захватить Одессу. Они хотят, но не могут. Ну, как, собственно, себя ведет этот престарелый мстительный маньяк. А по Херсону будет долгий и упорный разговор. Солировать будут М3 семерки, они же три топора. Цезарь, М109, это все 155-миллиметровые гаубицы. Зюзанна, Арчер шведский, еще другие 152-миллиметровые Даны. Ну, в общем, будет такой хор, что российским оккупантам не поздоровится. Робин Вуд пишет: Роман, ну донесите вы в конце концов мысль до ЛПР Украины. Нельзя оставлять безнаказанным наглость орков, что из-за поребрика фигачит по селам и городам, по мирным жителям. Расплата, российские падлы, ну, видите, какая у вас лексика, как у меня, да, дорогой Робин Вуд, признают только силу. А вы не переживайте, дорогой Робин Вуд. Вы думаете, что когда у них там в Брянской области на складах ГСМ и боеприпасов хлопки происходят, они сами по себе? Ну, официальная версия, что там кто-то курит в неположенном месте. А мне кажется, это действие наших специальных служб. Мне так хотелось бы думать. Почему? Не потому, что я суперагрессивный. Нет. Не поэтому, а потому что если кто-то думает, что можно стрелять в украинцев и уничтожать все, что им попадет под руки, заводы, о которых так стонал сегодня Путин, говорит, боже ты мой, у них там деиндустриализация или еще там что-то. Путин так переживает об украинском народе. Но при этом его подчиненные грабят и убивают. Грабят и убивают. Не было, кстати, сегодня в этом многочасовом выступлении Путина фразы про братские народы. Да, 155-миллиметровый калибр творит просто чудеса. Так, давайте-ка посмотрим, пока Рената выбирает вопросы. А я хочу еще посмотреть, что я тут себе выбрал. Очень важный момент. Вот был же Рамштайн. Вы слышали о том, что там новая партия боеприпасов, реактивная система залпового огня, еще две пусковых установки ракет «Гарпун». Причем в сумме их у нас будет 4. Две от Дании и две от Соединенных Штатов установки.
Хаймерсы, МЛРСы, там, приборы ночного видения, ну, всякое разное. И вот возник такой вопрос. Сколько было поставлено нам военной техники? Много или мало? И этот вопрос задавался и Марку Милли, начальнику Объединенных штабов, и министру обороны Остину. И они очень так дипломатично, ну, сказали, что, во-первых, когда кто-то, допустим, Михаил Подоляк выписывает наши потребности у себя в Телеграме или в какой-то другой социальной сети, например, в Твиттере, то это, конечно, важно понять желание Украины, необходимость, потребности. Но на самом-то деле запросы по оружию, они делаются другим образом. Это абсолютно закрытая часть, абсолютно секретная часть. Как в качестве запросов, так и реальных поставок. Так вот, что-то мне подсказывает, что да, иногда это делается, как нам кажется, медленно, но уровень заявок Украины, уровень выполнения заявок Украины, он на порядок выше, чем 10%, как говорят СМИ. И очень часто то, что происходит на этой ниве поставок оружия и вооружения, оно вообще не сообщается. Или сообщается, как с этими хаймарсами. Что там? 4 установки. А вопрос. Точно речь идет о 4 установках, а не 4 дивизионах, например. Сколько их? Это бы военная тайна. То, что там официально сообщили, по большому счету, это ничего не значит. Потому что наши американские друзья, да и вообще Запад в целом, они же решают две задачи параллельно. И тут очень важно понять их приоритетность. Приоритет номер один, задача номер один. Это не допустить ядерной войны. А эта опция беспокоит многих. Что бы кто ни говорил, именно от этого заявление Макрона про сохранить лицо, не надо унижать Россию. Это вот этот страх, ну или он у нас, я так понимаю, играет роль хорошего полицейского в Европейском Союзе. Но ради бога, я вот, если честно, сейчас смотрю, что нам на Макрона, или, как говорит Андрей Андреевич Пентковский, можно не обижаться. Он его называет Макроша. Потому что то, что он говорит, это одно, что они делают. Цезари поставляют? Поставляют. Вот это важно. Так вот, задача номер один. Не допустить ядерной войны. Задача номер два и приоритет номер два. Помощь военной Украине. То, что мы на пороге каких-то колоссальных изменений, вот эта неделя очень четко подчеркнула. Потому что к нам уже приезжали и главы Албании, Македонии, если я не ошибаюсь, да. А сегодня вечером неожиданно приехал Борис Джонсон. Это вообще в части того, что он у нас же англосакс, как говорят здесь в Мордоре, то это интересно. Вот из того, что публично было объявлено, значит, Джонсон сказал, что мы можем начать программу с возможностью тренировки, внимание, до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней. То есть Британия готова обучать в год 30 тысяч украинских военнослужащих. Это колоссальный результат, ребята. Это колоссальный результат. Это говорит о том, что вот этот страх Мордора пропал. То есть они прекрасно, наши западные партнеры, которые нас поддерживают, прекрасно осознают, что жертвы с двух сторон. И этот процесс подготовки, он будет не лишним. Поэтому тот, кто хочет вообще какого-то движения, какого-то развития в этой стране, не только на военной службе, ребята, учите английский язык. Вот эти вот разговоры о том, что это будет язык, официальный язык, или официальный там язык для переговоров, или еще что-то, это не шутки. Так оно и будет. Вот оно.
как это, нарисовался на этой войне социальный лифт. Что, зная английский язык, ты можешь сделать колоссальную, ну, военную карьеру. И что самое важное, вот это вот вопрос войны, он же будет актуален десятилетия. Я объясню, не надо переживать и бояться. Мы их выбьем, выпрем сейчас территорию Украины. Но эти агрессивные дебилы, они всегда будут такие, знаете, мечтать нам отомстить. Поэтому у нас будет тут сильнейшая европейская армия с натовским современным оружием, потому что у нас появится новая профессия. Что-то типа дозора. Стена соответствующая. Ну, то есть стена не физически, как в этом фильме Games of Thrones. Нет. А де-факто. Где люди будут нести службу для того, чтобы защищать от одичалых Европейский Союз. Так. В части вооружений. Вот опять же, вот сейчас смотрю эхо Рамштайна последнего. Словения передала Украине все, что могла. 35 БМП. Это, наверное, речь идет об БМП-1, если я не ошибаюсь, судя по фото. Но это неплохо. Очень неплохо, потому что я совсем недавно размышлял на тему, что волонтерство, которым я чуть-чуть... Нет, я не волонтерю, я коммуницирую, помогаю людям найти друг друга. Вот. В этом есть большой недостаток, потому что армия должна обеспечиваться государством. Я не стесняюсь об этом сказать. Снова и снова. Потому что вот мы привезли, допустим, вчера в Тернополь из Великобритании приехала скорая помощь, купленная за счет продажи вот таких вот стикеров и маечек. Сейчас я вам покажу нашу китсю вот эту вот. Там у нас и патрон появился, но у меня еще его нет. Так вот, что меня тут беспокоит в этом деле? Понятно, что эта скорая помощь нужна, и она будет востребована по полной. Вопрос в другом. Что... Нельзя воевать только на гражданских машинах, на Л-200 или использовать санитарные машины гражданские. Ну, все же понимают, о чем идет речь. К военным, на то они и военные машины, им другие требования. Они должны быть бронированными, там, еще там что-то. Они должны защищать наших солдат. Сейчас, когда нет ничего, и понятно, и техника эта горит, и эти наши бандеры автомобили страдают от обстрелов и так далее, и так далее. Но это намного лучше, чем ничего. Даже не так. Л-200 это просто офигенно. Чем лучше, чем ничего. Но глобально подход должен быть другой. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Это касается и касок, и бронежилетов. Должен быть стандарт. Потому что есть вещи, которые, за которые кто-то должен отвечать. За качество этого. Потому что это жизнь человека. А волонтерские бронежилеты... Вот потом вот вопрос. Да, вот, я уверен, что большинство из них, они все соответствуют... тем нормам, которые к ним придвигаются, но тем не менее. А вот если что-то не так, кто будет отвечать за дрявый бронежилет, бронеплиту, которую пробили? Кто? Вот вопрос. Кто? Никто. А так не должно быть. Потому что из-за того, что никто, это может быть кому-то стоит жизни. Это все. Поэтому, когда я вижу на БМП... Словацкие. Они, это все еще советское наследие. Там же будут не только словацкие. Там греки нам отдадут эти БМП. Короче, вся Европа перевооружается полностью. Все советские и российские запасы, они будут отправлены в Украину. Не только советские, но в советские в первую очередь. А европейская армия, она, во-первых... сейчас даст колоссальные заказы на оборонные заводы, европейские, американские,
перевооружиться полностью. И многое будет у нас, в том числе 155-миллиметрового натовского калибра. О чем, кстати, генсек НАТО и сказал. Тут удивительно, но даже Шольц пообещал немецкое оружие для битвы за Донбасс. Он говорит, что все будет поставлено вовремя. Вы будете смеяться, но я тоже считаю, что немцы поставят тяжелое вооружение. Гаубицы поставят точно. У нас будет дивизион гаубица Панцерхаубиц 2000. 7 немецких, 7 немцев дадут и 5 такой же модели Нидерланды. Будут у нас зенитные системы Гепард, это ближнего боя для отстрела вертолетов, беспилотников. Ну, в общем, прекрасное оружие. Оно нам надо, потому что мы ведем войну такой интенсивности, что нам надо все, понимаете? В любом количестве. И это количество, оно нормально. То есть, еще раз, я понимаю, что это вот положение дел сейчас нормально, а после какой-то зарубы уже ненормально, но есть целые дивизионы, целые подразделения, которые перешли на натовское оружие. Польские крабы, например. Я знаю, какая бригада с ними воюет. Знаю, но не скажу, потому что это не принципиально. Главное, что там профессионалы высокого уровня это делают. Так, вот я вижу важную новость. Парамедик Тайра освобождена из плена. Это очень круто. Они из нее хотели сделать там, как это, женщина-зверь там, или еще что-то. Подключить на российские вот эти все пропагандистские ресурсы для того, чтобы из нее там сделать какое-то чудовище. Отличная новость. Так. Богдан Дери питає. А писав ще Путін після операції в комі. Це він ожив, а жаль. Якщо ожив, чи це його двійник? Слухайте, Богдане, припиніть ви ці вестися на клікбейт. У нас цього діда війни, цього збочинця Путіна, хоронять, приписують йому різні хвороби. А він ще все не здихає, не здихає. Можливо, просто це не відповідає дійсності, ця інформація. Може, все просто і банально, як ви думаєте. Хоча я вам хочу от свої враження сказати. От на цьому Пітерському економічному форумі він же там виступав, він там перша скрипка. Співав просто і в голосі такий, знаєте, надрив, типу, знаєте, така образа на весь світ. Як ви смієте стріляти в моїх цих... Как он их называет? Витязей. Це ж просто неймовірно. Вони поїхали вбивати українців, а українці сказали, ні, друзі, це ви тут ляжете в землю, а не навпаки. Це ж чудово. Арторіус Великий питає, Рома, так стоїть нам ожидать нападення Білорусі на Україну, а то все об этом гудят? Интересный вопрос, ответ на который я не знаю. Вероятность 50 на 50. Значит, чем сильнее раскатывают россиян на Донбассе и на юге, тем громче визжит Лукашенко, что на нас хотят напасть. Что выдвигает он условия, при каких он, Республика Беларусь может вступить в войну и так далее, и так далее. Что вот если мы бахнем по Мозырскому НПЗ, а я хочу задать, а почему нам не бахнуть, а? Вот так вот по-хорошему. С вашей территории летят ракеты по нам, а вы удивляетесь, что мы можем бахнуть. Но я так понимаю, у нас позиция такая, что мы, дабы не открывать второй фронт, белорусов трогать не будем. Мы белорусов и так трогать не будем, но военные объекты, там, где находятся россияне, по-хорошему они подлежат уничтожению. Ну вот мы терпим ценой жизни, в том числе, чтобы этот вопрос как-то урегулировать. Они же там и технику снимают с вооружения. Ну, то есть, вообще-то, формально, вот, по заявлениям и по действиям, Беларусь готовится к войне.
Ну что ж, это ж не наш выбор. Тем более, что-то мне подсказывает, что повоевать тогда с белорусами захотят не только украинцы. Ну, история она такая. Очень-очень интересная. Боже, как приятно читать такие новости. Подбитой украинской ракетой «Гарпун» российский буксир Василий Бех пошел ко дну. Блин, вообще-то я эту ситуацию видел немножечко по-другому. Я думал, что ударом «Гарпуна» на тот свет, ну в смысле под воду, будет отправлен новый флагман Черноморского флота «Адмирал Макаров». И ляжет на дно рядом с ракетным крейсером «Москва». Но пока рядом лег Василий Бех. Самое прикольное в этой истории, что на борту этого буксира, хотя, ну, буксир такое, оно как-то сразу нас заставляет подумать, что это какой-то небольшой корабль. Это вообще-то судно обеспечения Черноморского флота. То есть это гигантский корабль, он там по водоизмещению больше, чем некоторые фрегаты. О, не фрегаты, а корветы. Так вот, у него на нем был зенитный комплекс «Тор». Как раз вот для того, чтобы защитить его от ракет. Ну, пусть потренируется под водой, падлы. Ну, такая вот история. Так, ну что? Давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы. Мне кажется, все самые главные темы мы с вами обсудили. Про белорусов я тоже думаю. Открою вам секрет. У нас принято решение север Украины усилить. Это я секрет открываю. Почему? То есть я... Ладно, я скажу прямо. Мы не хотим стрелять в белорусов. Не потому, что мы их любим или не любим. Тут вопрос эмоции другие. Любой иностранец, кто с оружием в руках вторгся в Украину, подлежит уничтожению. Но мы заняты с россиянами. Ну и вообще не хочется, чтобы кровь пролилась между украинцами и белорусами. Я думаю, вы со мной согласитесь. Потому что если это произойдет, это навсегда. Будет Лукашенко? Не будет. Так вот, почему я так прямо говорю, что белорусов будут отстреливать просто и палить с такой силой. Потому что второй раз ждать, пока кто-то подойдет к столице нашей родины, никто не будет. Их будут уничтожать прямо на границе. А может быть, прямо на белорусской территории, если потребует обстановка. И силы соответствующие есть. Силы, средства. То есть, вы же знаете, есть новый закон о том, что тероборона может использоваться для ведения боевых действий. Так вот, насколько я понимаю, тероборона, ну, допустим, Волынской области, Тернопольской, они все дома и занимаются боевой подготовкой. Стреляют из НЛО. Из фаустов немецких. Артиллерия у них есть 155-миллиметровая. Снаряды для подготовки. А самое главное, что они не просто стреляют. Там пристрелены вероятные маршруты продвижения белорусской армии. Ребят, наши дорогие белорусы. Лучше так не делать. Вот россияне ошибку сделали. Сколько мы их поубивали? Просто... Только Министерство обороны Украины и известно. Так. Ну что, друзья мои, еще раз смотрим на, есть ли у нас отобранные вопросы. Ага, вот Рената, давайте ответим на этот вопрос. Тем более, это вопрос из Риги. Ваке Сурф Джет спрашивает. Как мы ждем взрыв этого проклятого моста к Крыму? Пишет наш дорогой Джет из Риги. Всему свое время. Это военная цель номер один. Всех благодарю за внимание. Подписывайтесь на YouTube-канал 24-го телеканала, на мой собственный YouTube-канал. Ссылочки все в описании. Это всегда важно. Я, между прочим, тут объявил о том, что хочу
Миллион подписчиков на своем YouTube-канале. Да, скромность — это наше все. И мы понемножечку к этому приближаемся. Так что, кто смотрит меня на 24-м канале, по ссылочке в описании переходите. Ну и, соответственно, наоборот. С моего канала на 24-й. Хотя там подписчиков почти 2,5 миллиона. Война нас изменила вообще во всех отраслях жизни. Тут вот этот YouTube — это один из элементов. Понимаете, что... Вот эта война лишний раз доказала, что мы абсолютно самодостаточная страна во всех сферах. От журнализма до музыки, всех культурных моментов и так далее, и так далее, и так далее. Короче, всебуде Україна. Всебуде Україна. Украина была, ей будет. И даже Путин уже в этом не сомневается. Если бы он думал, что Украина куда-то денется, разве он бы говорил о вступлении в Европейский Союз? Он нас благословил, чтобы вы понимали. Не то, что нам его благословение надо. Он об этом сказал, потому что они не могут этот процесс остановить. Это как с Одессой. Понимаете? Один в один. Получили по морде, падлы. И угомонились. Так мы их угомоним и на Донбассе, и в Крыму. Все. Лайки, репосты, Патреон. До встречи.